«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Детское кресло, нетрезвый водитель, мотоскутер. Именно эти профилактические рейды намечены по плану ГИБДД на июнь. Цель – еще раз обратить внимание родителей на то, что детей нужно перевозить только в специальных удерживающих устройствах. Напомнить водителям двухколесных транспортных средств о правилах ПДД. И жестко наказать тех, кто решается сесть за руль в нетрезвом виде. В понедельник клинчане присоединились к общегородскому дню донора. Его провели в отделении переливания крови. На этот раз в Калининской горбольнице работала выездная областная бригада медиков. В акции приняли участие почти 70 человек. Банк крови пополнился на 22 литра. Следующий общегородской день донора намечен на август. При этом напоминаем, что сдать кровь можно каждый вторник и четверг в отделении переливания крови с 8:30 до 11 часов. Традиционный районный фестиваль «Деревенская околица» завершился в эти выходные большим гала-концертом в городском парке Сестрорецкий. Смотр-конкурс проводится уже более 10 лет. Свои таланты в песнях, танцах и прикладном творчестве раскрыли коллективы сельских и городских клубов, а также детской школы искусств. Участникам «Деревенской околицы» вручили памятные дипломы, а в качестве особой награды прозвучали зрительские аплодисменты.